Вот сюда нажимаю просто, и все. Все, поехало. Одно нажатие, металлообрабатывающий станок начинает свою работу. За несколько минут брусок металла превращается в деталь большого механизма. Никита уверен, брака не будет. До нажатия кнопки была проделана большая работа. От планирования до мельчайших расчетов. Поначалу кажется, что ты просто вот, да, типа там пошел, что-то нарисовал, запустил, оно там все делает. Ты такой, вау, как классно, да, но нет. На самом деле столько всяких аспектов, что сразу ну, не поймешь. А потом, когда понимаешь уже, это затягивает тебя, и ты как... Уже не как работает, а как увлечение становится даже. Никита уверен, что его работа будет связана с металлообработкой. 2 года назад он занял первое место в престижном чемпионате профмастерства WorldSkills. Он вспоминает, как за 4 часа идеально сделал деталь по одному лишь чертежу. Парень признается, во многом его успех зависит от педагогов. Вот, например, один из них, Евгений Николаевич. В этом году он сделал на заказ экспериментальную партию сердечных клапанов. Все вручную, никаких машин. Дело тонкое и ответственное, уверяет педагог. Это достаточно таки серьезная работа, там все в микронах и все четко должно работать. Это клапан, который вставляется в сердце и ну, на артерию, там, либо куда он там крепится, я не знаю. И второй там делается иголка, именно чтобы вот кровь как бы ну, циркулировала и открывался, закрывался этот клапан именно от мышц. Евгений Николаевич делится опытом с учениками. Правило педагога – меньше теории, больше практики. Поэтому успехи молодых мастеров в этом году в очередной раз признали на мировом чемпионате WorldSkills. Александр У сегодня побывал в Красноярском техникуме промышленного сервиса, пообщался с учащимися и педагогами, познакомился с тем, как налажен учебный процесс. Он отметил высокий уровень образования и современное оснащение техникума, а также наградил около 60 победителей престижных конкурсов по профессиональному мастерству. Знаете, у нас долгое время все было наоборот. Учили на каких-то древних станках, которые фактически не могли затем использоваться как база для реальной жизни. Теперь на самом деле вот наше учебное заведение переходит к тому, что их выпускники несут самое современное на производство. Это очень хорошо. Губернатор отметил, что главной оценкой хорошего образования все же является трудоустройство, а красноярские техникумы успешно готовят кадры, которые востребованы по всему миру, резюмируют власти. Анна Кузьмина, Николай Чистяков, Новости ТВК.